Доброе утро! Любите ли вы готовить необычные блюда из обычных продуктов? И сегодня я предлагаю разнообразить ваш завтрак новым блюдом – галета с яйцом. Для этого нам понадобится 50 граммов муки, 50 миллилитров сливок, одно яйцо, репчатый лук, шампиньоны, соль, разрыхлитель и 20 граммов сливочного масла. Берем глубокую миску и смешиваем в ней 50 граммов муки, щепотку соли, пол чайной ложки разрыхлителя, 20 граммов сливочного масла. При помощи вилки перетираем его с мукой, чтобы оно распределилось равномерно. Добавляем немного воды, чтобы тесто стало более жидким, перемешиваем и оставляем его на пару минут. Тем временем приготовим начинку. Шампиньоны нарезаем слайсами. Полукольцами нарезаем репчатый лук. На разогретую сковороду добавляем оливковое масло, выкладываем шампиньоны, репчатый лук и обжариваем их до готовности. Добавляем 50 мл сливок и тушим на слабом огне до загустения. Берем форму для запекания, застеленную пергаментной бумагой, выкладываем туда наше тесто и мокрыми руками формируем галету. Заполняем ее поджаркой из грибов и лука и отправляем в разогретый до 180 градусов духовой шкаф на 20 минут. Спустя 20 минут достаем галету и аккуратно сверху выкладываем яичный желток. Отправляем в духовку еще на 5 минут. Готовую галету подаем с листьями салата и томатом. У нас получился очень вкусный завтрак, который порадует вас с самого утра. Хороший день начинается с хорошего завтрака. Приятного аппетита!